И пусть до зимы еще далеко, к уральским холодам лучше быть готовыми заранее. У покупки шубы летом много преимуществ. Во-первых, вы можете без сезонного ажиотажа подобрать для себя подходящий фасон. Это может быть шубка актуальных пудровых оттенков из меха скандинавской норки. Смотрится благородно, а обладательница такой роскошной вещи всегда будет приковывать к себе внимание окружающих. А эта шубка премиум-класса из норки-крестовки. Это очень редкий вид меха, и на выставках он обычно один из самых дорогих. Зато это того стоит. Выглядит очень эффектно. Для тех, кто пока не готов раскошелиться, элегантная шубка эконом-класса. Модель создана по итальянским лекалам, это расшив меха на ткани из кролика и норки. Шубка очень легкая, но теплая. Внутри текстильная основа и цена не больше 30 тысяч рублей. А мутоновую шубку можно приобрести всего от 5000 рублей. Дизайнеры постарались. Сегодня на выбор самые разные модели. Комбинированные, приталенные и, как всегда, очень теплые. Ну а эти модели еще и из австралийского меха. Ну а для ярких дам пушнина. Рыжая канадская лисица подчеркнет ваш образ и согреет в стужу. И все это многообразие шубок производства Пятигорской меховой фабрики, которая впервые проводит выставку-ярмарку у нас в Березниках. Почти 1500 моделей, приталенных, прямых, оверсайз, от 40 до 60 размера. Очень большое количество и моделей, размеров, соответственно, большие размеры представлены. Большая гамма цветов. Это производство, самое главное, российское, не Китай. Это наша пятигорская фабрика. Мы от нее работаем, от производителя тоже цены. У каждой модели есть свой чип. Просканировав его через специальное приложение на телефоне, можно прочесть всю характеристику изделия. Ну а качество пятигорских шуб всегда ценилось. Вы можете убедиться в этом лично, потрогать, примерить. Для этого всего лишь нужно прийти на выставку-ярмарку в ДК имени Ленина на первый этаж. Каракулевые шубки от 35 тысяч рублей. Изнутрие от 18 тысяч. Изделия из норки от 35 тысяч рублей. Для вас действует кредит и рассрочка на срок до 10 месяцев. А при покупке шубы сразу скидка до 15 тысяч рублей. Организаторы выставки не забыли и про подарки. Купленное изделие упаковывается в специальный чехол, обработанный антимолью. Удачных и выгодных вам покупок! Кстати, выставка-ярмарка пробудет у нас до воскресенья. Успевайте! Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин, новости на ТНТ.